И снова здравствуйте, уважаемые ученики. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас мы переходим именно к вот этим золотым фишкам, ради чего мы, собственно говоря, и делаем вот это вот воздействие. Такое достаточно жесткое сейчас начнется, глубокое воздействие сразу на костно-связочный аппарат. Точнее, это будут локтевые техники. Поэтому заранее, в принципе, надо было сначала, ну, либо сейчас, вот смазываем локти. Аккуратно, не капая ни на простынь, ни на пол, ни на клиента, да, намазываем масло. И в прошлом видео мы закончили жесткими такими кулачковыми техниками, да. Теперь мы вот провели вибрацию по позвоночнику до самого верха. И следующий прием называется «Нож входит в масло». Наша рука от мизинца, от самого тонкого места, да, до самого широкого, толстого, до локтя, проникает в тело человека. Мы всем корпусом прям туда. Раз, ныряем. Но, видите, я сделал мягко, потому что если кулаком, ой, локтем если здесь надавлю, то будет больно. Сейчас терпимо, да, нормально? Нам нужно проделать такое движение, чтобы мы попали между подвздошной косточкой и плавающими ребрами. Раздвигая квадратные мышцы, да, боковые вот эти вот мышцы, то есть подвздошная кость, она идет примерно так по диагонали, да, получается, вот над ней. Раз, прошли, можно несколько раз сделать, вторым локтем. Аккуратно на ребра не давить, на косточки не ударяться, поясниц, позвонки пропуская мимо, подвздошную кость пропуская мимо. Теперь одна рука заходит на ягодицу, да, все ягодичные мышцы вот мы как бы приподняли. И делаем концентрические круги вокруг вот этой точки. То есть получается у нас один круг был большой, там второй, третий, четвертый, останавливаемся вот здесь. То есть вот ямка, да, над ямкой, где мышцы. А вторая рука в этот момент, ну это вот сложно, да, поэтому сложное движение, двойное, просто двумя руками придется делать разные движения. Поэтому потренируйтесь, ну, на досуге, сейчас мы будем тренироваться. Одна рука, например, делает вращательное движение, а другая ходит вверх-вниз. Попробуйте это сделать одновременно. Да-да-да, получается. А потом меняешь руки. Вот. Наша рука в этот момент вторая, чтобы не быть бесполезной, чтобы она не висела, да, мы возьмем трапецию сверху. И когда рука, сейчас будет вот эта рука по ягодицам вести вдоль ягодиц, вот мы их отодвигаем, расплющиваем. Параллельно 4 вот таких движения будут. А эта рука продолжает вибрацию косточек между паравертебральными мышцами и осистых отростков. Вот так в обратную сторону демонстрирую. Пошли концентрические круги, эта рука разминает. Теперь пошла эта рука вот так, а вторая удерживает. Спустили лимфоток в паховую зону. И теперь одной рукой всю ягодицу целиком, всю вот эту массу большую поднимаем. Этой рукой подаем. Раздавливаем, опускаем, подняли, опустили, подняли, опустили. Всеми предплечьями, локтями растянули все, целиком всю спину. Можно вот так друг против друга поднимать ткани. Ну, практически это вот двойной кольцевой захват, да, только вот на всю область сразу двумя локтями делаем. И вернули руку локтем над косточкой подвздошной, то есть над ямкой, над ней. Сейчас будем пробивать опять по диагонали по подвздошной кости. И если пациент достаточно такой мощный, то можно посильнее бить. Бьете как угодно, можно так, можно так. Ну, кому полегче надо, да, можно так вот взять и просто задаем вибрацию. Заодно и диагностируем. Я обычно спрашиваю клиента, когда я стучу, сюда в поясницу отдает.
Больно здесь был, больно здесь больно. Вот, да. Вот здесь вот. Может, немножко на кошечку попало. То есть вам надо стучать, соответственно, не по мягким тканям, то есть не по ягодичным мышцам, да? Не по подвздошной косточке, просто по костям будет больно, да? А стучим над ними. То есть над косточкой подвздошной, как бы делаем валик из ткани и через него простукиваем. Ну так уже мягче, да? Все равно здесь болит, да? Вот. Эту причину мы локально потом будем изучать, смотреть. А сейчас продолжаем локтевые техники. И вот теперь двигаемся спиралевидными движениями вверх, декомпрессируя тело человека, да, его позвоночник. Здесь достаточно жестко делается. То есть мы легонечко проходим мимо почек и плавочек ребер. Вот отсюда уже начинаем жестко, где начинаются ребра, да? Второй рукой вот делаем вторую, дополнительный упор, да? И всем телом прямо вот надавливаем на реберно-поперечное сочленение. То есть у позвонков у нас есть поперечные отростки, да? И именно вот здесь вот они вот стыкуются с ребрами. Вот мы раздвигаем ребра и, соответственно, через это сочленение достигаем движения и подвижности, увеличиваем в самих позвонках. Уже можно услышать хруст в этом месте. Выбираем локоть в зависимости, ну, в смысле, движения локтем, да, в зависимости от тела человека. Если он жесткий, да, мы же прямо стырем локтя. Если где-то прямо нашли какое-то место, прямо туда можно. Там посильнее с головой. Вот видите, я головой делаю мах, как дополнительным маховиком. Усиливаю давление. Кому надо по площади, ну там помягче тело, да, можно по площади сделать локоть вот этими кольчиками. Еще площадь можно вот этим треугольником. То есть вот разминаем треугольником. Второе разминание, ну пошире, так вот ребра захватываем на ребрах. Косточка от косточку лучше не двигаться. Не тереть. И далее прием называется рубанок. Поставили руку вот так и всем предплечьем массивно, быстро растираем вдоль всего корпуса. Ну, также у нас получаются проходы раз, два, три, там четыре параллели. Растерли, поставили под 45 градусов и вдоль роста ягодичных мышц. Волокна не так идут, да? Мы их отодвигаем, всем корпусом наклоняясь, отодвигаем квадратные мышцы, широчайшую мышцу, подбираем и раздвигаем, расплющиваем, подбираем, расплющиваем. И трапециевидную мышцу. Как видите, стою в одном месте, да, но у меня меняются углы приложения усилий. Трапециевидные мышцы растут вот так вот, соответственно, мы лопатку отодвигаем вот под тем углом. Всем корпусом быстрое энергичное движение. Видите какие? Переходим на вторую руку, с шеи начиная. И теперь продольно вдоль всей спины разминаем предплечьями с техникой роллинга. Такие получаются спиралевидные параллельные движения. Разминаем несколько проходов поперек, да, позвоночника, всю спину. После этого переходим к декомпрессионным действиям. Как вы помните, я говорил, что вот L5-S1 это точка у нас камень преткновения, от которой все движения, ну, все кости растут вверх, и все кости, а то, что ниже, таз, ноги и все прочее, растет вниз. Соответственно, все декомпрессионные движения отсюда мы делаем с корпусом и с верхней частью вверх. А здесь вниз внедряемся. Между подвздошной косточкой и плавающими ребрами находятся квадратные мышцы. Вот мы их растянули, подышали. И дальше начинаются ребра, более жесткие, да? Мы между ними внедряемся и прожимаем лодочками. Вот таким, вот такой прием. Внедрились и раздвинули. Внедрились и раздвинули. Основной удар у нас идет вот этими
косточками мизинцев. Движение очень короткое. Вот такое. То есть мы уже перестали уже воздействовать на мышцы. Мы уже воздействуем на кости. Да, все эти приемы уже пошли на кости. Ну, это называется вот яхта, регата яхт, да? Мы устанавливаем яхты вдоль причала, вот причал, это наши шасси отростки. Раз яхту поставили, вторую, третью, четвертую, с выдохом. И дальше прогремел выстрел, и регата началась. Первая яхта пошла, за ней шлейф волн в сторону раздвигаем. Тоже раздвигает в стороны все ткани тела, и кости тоже. Следующая яхта пошла. То есть локтевая техника, мы внедряемся опять узкой частью, да, и потом расширяем. Можно на обратном пути ткани чуть тело подобрать и так вот сдвинуться обратно. То есть получается туда-сюда, туда-сюда дополнительно. Опять делим тело человека на 4 прохода. Раз, два, три, четыре, это вместе получается с шеей. Потом раз, два, три. Потом раз, два. Потом один. То есть 4 уже показал. Раз, два, три. Прохода, да? Раз, два проход. Один проход посередине. И мощно я давлю всем корпусом, всем весом я прямо давлю. Стараюсь декомпрессировать и мягко растягиваю ему боковые мышцы. И теперь наше воздействие будет еще более декомпрессионным. Ставим один локоть на косточке между крестцом и подвздошной костью, получается чуть по диагонали, вот она держит. И будет двигаться позвоночник, вот так вот раскачивать, да? А вторая работает асинхронно, раздвигая в бок. Второй локоть стал за стистыми отростками, вот сюда, на мягкие ткани паравертебральных мышц. Вот они противофазе идут. Расслабились. И теперь все делаем на выдохе. Все это я предупреждаю человека делать выдох. То есть при каждом этим движением подсказываю ему. Выдыхаем. Выдыхаем. С лодочками тоже. Короткие выдохи. Вот тут длинный выдох. И теперь предупреждаю, что сейчас я посильнее пройдусь. Делаем большой длинный выдох. И теперь оба локтя я вставляю. Вот, ну, практически получается на квадратные мышцы, да? Но одним локтем упираюсь в подвздошную кость. Буду давить, соответственно, в ту сторону, а этой рукой со всем корпусом своего веса, да, со всем весом своим, вверх. Выдох. Вот, если где-то чего-то не хватило, да, можно пройтись еще раз и в нужных местах движением головы задать дополнительный импульс. Все, человек дышит, теперь расслабляется. Так, ну как, выдержал нормально? Еще бы. Вот, ну, естественно, свои усилия маневрируйте, да, с там тоненькими, с худенькими людьми там полегче, да, с такими людьми можно со всей дури, что называется, да, давить, ломать, хрустеть, бить, ударять, ударная техника. Ну вот дальше мы продолжим уже отдельный частный случай с лопаткой, с ударными техниками, а локтевые техники на этом пока завершим. Поэтому смотрите наш следующий видеоролик, а сами не теряйтесь, подписывайтесь на канал и ставьте нам лайки. С вами.